Комната последствий употребления психотропных средств. Лекция о вреде табачного дыма. Впервые в 17-й школе Якутска прошла акция, посвященная Международному дню отказа от курения. На 4 площадках работали психологи и психиатры-наркологи. Продолжит Нергуяна Егорова. Большой интерес учеников вызвала комната страха, где были выставлены макеты и экспонаты из музея наркологического центра на тематику последствия употребления психотропных веществ. В спортивной площадке делились своими достижениями лучшие спортсмены школы, а для девочек провели консультацию, как может повлиять сигарета на общее состояние человека. Он расширяется и лопается, происходит такое кровоизлияние в мозг. Видим здесь сердечную мышцу, да, смерть сердечной мышцы как раз таки называется инфарктом. На данный экспонат представлено ребенок с заячьей губой, да, там еще у него внутренние повреждения. Якутия тоже присоединяется к активистам всего мира, чтобы донести всю опасность вдыхания сигаретного дыма для организма. Сегодня школьники узнали, что рак легких в 90% случаев обусловлен курением. Также в мире ежегодно от болезней, вызванных курением, преждевременно умирает 7 миллионов человек. Чтобы именно семья знала, что это именно фактор риска такой, который приводит ко многим заболеваниям. Заболеваниям сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, к онкологии в последующем. Они не видят, когда уже остаточные, когда уже люди умирают от этого. Конечно, дети этого не видят, но это видят взрослые. И поэтому, конечно, они должны понимать, что в первую очередь данную работу надо проводить с семьей и в семье. Организаторы провели конкурс видеороликов. Ученики своими силами снимали ролики о вреде табакокурения. Наивысший балл жюри взяли ученики 6 А класса. Второе место у 7 Г. На третьей позиции оказались ученики 8 Б класса. Лучшие работы будут использованы на практических занятиях диспансера. Это была идея классной руководительницы. Она сказала, что мы будем принимать участие. И когда мы была коллегия у нас, и они выбрали продюсера, режиссера, они начали все создавать. Пошли во второй корпус нашей школы. Там, потому что мы ждали конца урока, чтобы не было никого, никто не кричал. Создали все роли, весь текст написали, и все было готово, и начали снимать. Мы выбираем здоровый образ жизни! Нергуяна Егорова, Владимир Таюрский, Георгий Григорьев, НДК Саха, Якутск.